продолжаю серию упражнений «Я и Вэйгун». И следующий шаг – шаг назад. И при шаге назад мы активизируем задние каналы тела, которые связаны с почками и с мочевым пузырем. То есть мы работаем со стихией воды. Также, естественно, когда мы переносим вес, мы немножко подпружиниваем в коленном суставе, а это тоже энергия воды. Опять же, вы можете поставить себе таймер на пару минут. И так вот, если делать каждый день по 2 минуты, вы можете таким образом поддержать эти органы. А если вы будете более серьезно уже заниматься, можете их укреплять, усиливать, оздоравливать. Итак, само упражнение делается следующим образом. Ноги на ширине плеч, и мы как бы шагаем в треугольник, вот посередине примерно. И когда мы делаем шаг, то переносим туда вес, как будто хотим продавить, как бы вес под землю направить. При этом этот шаг, эта нога не движется, только движется одна нога. Как бы продавили, отпружинили, вернули. Можно при этом шаге выдыхать, например. Вдох, выдох, вдох, вдох, выдох. Вот таким образом можно, слегка танцуя, укреплять стихию воды.